Свежий воздух, спорт и правильное питание – залог здоровья. Для детей из многодетных семей этот день начался активно. Мы также играем с детьми, то есть мы приходим на площадки, сами играем, если есть дети, мы никогда не откажем им в играх, то есть мы поддержим их и будем с ними проводить время. Скакалки, мячи, веселые старты. Студенты финансового колледжа поддержали партийный проект «Здоровая семья». Играли как дети с ребятами на улице. А на обед – конфеты, да непростые. В связи со сложными жизненными обстоятельствами, в связи с пандемией, которая пришла к нам в последнее время, люди у нас очень озаботились вопросами здоровья. И в рамках партийного проекта «Здоровая семья» мы решили организовать для наших деток мастер-класс. Мастер-класс, на котором мы объясним деткам, что у нас здоровье зависит от нашего правильного питания, да, и мы постараемся объяснить нашим деткам, что здоровая пища может быть вкусной. Вооружились перчатками, досками для раскатывания. Из специально подготовленной массы ребята формируют шарики и посыпают их какао. Все продукты в таких конфетах исключительно полезные и натуральные. Здесь составляющие – это сыр чеддер, фисташка, орех и бельгийский шоколад. Все это перемолото, оно застыло. И, соответственно, потому что шоколад плавится перед этим, и потом она застывает, уже готовая масса. К полезным продуктам добавили свое старание. Ребята придумали название каждому вкусному творению. А это называется свадьба. Кажется, вы видите такое? Да. Мастер, как вам нравятся конфетки? Очень красиво. Ребята сделали натуральные конфеты двух видов, фисташковые и с грецким орехом. Угостили нас, сейчас мы попробуем. Неописуемо вкусно. Конфеты буквально тают во рту. Партийный проект регулярно поддерживает Хинкальная. А магазин грузинских продуктов подготовил пакеты многодетным семьям с экологически чистыми фруктами и полезными сладостями, ароматным чаем и орехами. Их вручил заместитель председателя общественной палаты округа Леонас Крэкжде. Он поздравил ребят с кулинарным дебютом. Полина Бахова, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».